все, время пришло. Какое время-то пошло? Че, АФК? Можно? Нет. Я каски, да. А я МП5. Вылезли, полетелись. Маги, дайте столик. Набрать их или нет. Нужно подойти ближе. Соба, ты где? Лечу, сон не проходил. Еще пачку веду. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим. А зачем вы эту пачку друзьям отбить? Я не понимаю. Да, ты бежишь, ты ебаный, ты по голове, блядь. И хуярят, сука, в небо подняли голову и хуярят. Радостный такие, блядь. Отдайте моба. Я только разогнался. Сука, ебаный моб, нахуй. Берите пальцы, быстро. Дайте мне вести кучу. МК. Кто упали? Стой, блядь, с ним, ну. Ходи какие. Какие-то вы его не переподносите. Блядь, вам же, сука, хилы в небо спутали. Дай-ка. Шо, в лоб, что полупал, блядь. Сука, Белин, танчить будешь, я это терпеть не хочу, блядь, пизду, таких хилов, блядь. Лучше подамажит. Блять, будете вайпаться, сразу разойдемся, нахуй, не будет настроения. Вой злой сегодня. Нация мамы.
путешествие, давай ты кресты этого кинь, блин, раз. Завяну сейчас бомбить. Даем баф. Так это же не весь трэш. Ох. Я пока не могу прочитать это заклинание. Там три моба еще кто-то могли. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так, вроде дал кресты. Наверное. Убейте этого моба. Так. Сога запускает этого дракона. Гадимана. Баф хотя бы. Он в расставашке не гений лан. Бафы вы уже должны были на трэше дать. Запускай сога этого дракона. Каску кулак. Блин, пока побав. Ты в другую сторону видишь, он повернул сюда босса. Оставашки на похуй. Дим почитал и сдох. Если не читал, то хуже. Маны заебись, так что давайте хилите. Выйдите с метки квадрата. Хилите себя, блядь, пишите на вас вдох. Моя лапка, блядь. Скорнили меня. Так, остался командир еще один. Давайте ему пизды дадим. Втягивайте БКшники. И веди сразу. Вот так будет. Сало есть, короче, ромбик у сала, да? Спасибо, сало, так, вот это все. Блин, хильди посильнее. Еще мана фул, давайте запускает танки. Ставим ауру от огня, наверное, поможет. Там Захарак просит кулак. А кто я? Хотел кулаки дать, да? Да, давайте сейчас попозже к Алену подойдем. Пока что пиздим этого дела.
страдание. Вылезла копия. Я пока не могу прочитать это заклинание. Сейчас. Сосредоточьтесь на двух танках, чтобы мы всегда пушили. Двое сильнее страдали. Вылезла копия. Бели на хилинг и бежим. Бели, но отдавай кружину. Так, что-то капнули тебя. Не, не надо, я по божественной защите. Что уже на ухане? Просто приярим. Все запутили курс. Пошли на коней и в комнату. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Тоже потанчишь в одного, короче. Просто быстрее захуярим этого дурака. Святилище считалось неприступным. Не согреть босса. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Так, мы даже не успели понять, что происходит. Силы были не. Алекс Страза выбрал достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц. Слуги! Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно Лучше Боб по мне дал. Висайте. Пошли. В ту сторону. Белин свет. Особый тьму. По хилам. Ультрашам клуба тьму. Регуляция. Вы опоздали. Выйдешь свет. На третью фазу путешествия остаешься. Так, по группам. Свет, третья, четвертая группа останутся во тьме. Антисептик. Ты выйдешь в свет. Чек на пул. Ты пристабафен ту. А, и кулкин сейчас раздам. Ты. Собак. Есть мамонт? Да. Держи. Держи, пожалуйста. Сейчас, 5 секунд. Ага, вот ты покупатель. Спасибо. Вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Кто чудес палит? Да похуй вообще.
Без дистава. Бля, ну молодец. Я вообще в ахуе. ДК вообще поебал. Он, блядь, бегает от шаров. Оху штуреет застанил хвостом. Сога, блядь, ты первый раз танчишь? Я все понимаю, но ты хуёво это делаешь. Блядь, у меня показало, что лезвие аддон. Так он показывает за 5 секунд до появления лезвия. Я этого не знал. Теперь знаю. Я знаю. Я вижу. Так, фаза пошла. Один готов. Первая, вторая на выход, портал рядом. Так, кто-то не понимает. Оставашки ТВРК. Свету рост. Свету там есть. Не съебать. Отлично. Сакура. Надо кому-то. Босса на тринка на танк. Наручи надо кому-то. Еще два. Персональный это. Да, все тоже загружает персональный это.
кто-то еще заходит? Что будет? Резко. А сам капнул сегодня? Не знаю. Аркон, ты же был сейчас в рейде, нет? Угу. Вырезки, нет? Славик, СЛК будет тут? СЛК. Так ты чё? Сейчас я захожу. Я зайду на приста. Это честь для меня. Помер вас игнорирует. Вот так вот дожили. Ромер, какие спеки? Скорее всего, СЛК мы не будем собирать, потому что там РТ будет сдвигаться. Скорее всего, мы сходим ИВК, например, 25-ку. Нормальная тема. Вот, может быть, так, да. Вагоном можно или нет? Посмотрим. Если вагонов не будет, 10. Не, нет, я про РС. Я про РС. Да, можно. Хоть 0 ГС можно. Для этого и ходим сюда. Чё за спек, класс какой? Ну тут полено и по идее будущий кот, но еще сова есть. Давай хиль тогда. Мыть его, хэс.
Лимошка, а ты на ком? На лимошке, я понял. Базарить мой? Варенька, лимошки, дал ассиста. Добирайте там 5 тел, или сколько там надо. Бейте трэш, пойду чай попью. Видите, трэш, тут никого нет. А дискон был? Нет. Пните на шкаф.
Раздупляйтесь, тут протопал пошел танчить. Лимошка, ты тут? Можно два? Да. У тебя там ассист есть, там люди просят цоры. Не знаю, зачем вы у меня пробудители забираете? Стан даю, думал, чтобы они не откидывали. Я думал, что ты в ретрике, извиняюсь. Пятка хп? Не видел.
А может перекинуть Джослин Барка? А может он, блядь, уже не перезаходить в РК, или зачем он это делает постоянно? Не знаю. Джослин, не перезаходи в РК. И попроси участия. Блин, может на мамонт сесть? А что, тебя выкидывает, что ли? Ну ладно. Чё-то ревность Так, ну давайте. Делайнель, кресты, лимошка, прота или каски. Счастливый прота или каски. Фромер кулаки и лонарик кулаки. Вот как так. Лёшка. Запускайте босса, мы что-то мы стоим хуй знает, просто так. Ваши муки станут платой за это вторжение. Как ловить его, когда он спускается? Вот где он спускается, там и стой. Чтобы так ловить, нужно не отходить с меткой от того места, где ты стоишь с ним. Так, а не метка была. Да похуй, от тебя отойти должно, отбегать. Ты просто мудиков заставляешь бегать. Окей. Хозяина.
огне хозяина. Как и должно быть. Как бомжи на месте побежали. Там Инди Найнер писал, что хочет Гарик. Почему у демонов такая ебанутая ранжа? Почему у демонов? Меня больше всего в них бесит. Маленькая ранжа? Это пиздец какая. Это пиздец. Так. Блин. Немножко счастливый в танков. Может, ты тут? Где он? Ладно. Счастливый, блин, вот вдвоем танчить. Так, только напишу макрос сейчас. Три. А кто надо, Славик? Да хоть кто. Я танков ищешь или кого? Да ДД, все запускайте. Блин, запускай. Счастливые две копии. Включай сейчас, сзади туда подходит. Да пусть иди. Цирк приехал. Вы, сука, не спите, блядь. Это заклинание еще не готово. Пиздец. В мире хватает героев и без тебя. Болтар не оставляй. Болтар. В мире хватает болтар. В мире хватает. Болтар не оставляет живых. Лисфина взял он шипы. Я говорит, похили нахуй, он шипы, блядь. Сука, вы хотите, чтобы у меня, блядь, крыша поехала с вами, сука, почему вы, блядь? Я думал на этом, пиздец. На мини-босс хупа, шп побуду, ща, спекнусь. Да нахуй нам танк, сука. Короче, блядь. Сейчас пуги 5к будут, ГС, нахуй. Да хоть кого уже добирай. Я ебал, блядь, ждать вас, ФК Шраф, сука.
Так, пешка в сумке все. Славик, если что, начинай без меня, мне минут на 10 отойти надо. Трися, есть хил? Сейчас, блядь. Это мы сдохнем здесь. Значит... Так, счастливые первая копия веселочка в РК. Что там ловит? Есть слот еще у вас? Один. Кидай, бать. Куда? К этому. Пусу. Сумоньте все. Меня не надо суманить, я вам сделаю же. Так, все, запускай, блин. На миников, наверное. Цирк приехал. Сильнее страдания. Я хуй знает, счастливый, блядь. Ты вообще стоишь, тебе похую, что вихрь на тебе прям в морду кастует. Тебе похуй. Ты стоишь и смотришь, блядь, как тебе пизды дают. Ты пиздец. Ты пиздец просто. Ты крест не едешь. Да хули ты вот таких крестов, блядь. Пала не достоин. Буду себя хилить. Нужно. В мире хватает. Спасибо. Без тебя. Без вас я бы долго не продержался. Че, бомжи, он паладину тоже сложил, и че теперь? Он отходил. Такая же система. Далеко ушел просто. Далеко ушел, вот так. Святилище считалось. Там, да, отдавать. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Да. Мои братья гибли один за другим. Куда подойти в Долоран? И запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумрака. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить.
превратить их в пепел! Так, ну я не знаю, можешь в хиле, можешь в ДД, не знаю, как лучше, в принципе, без разницы. Назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Так, я похилю свет 30, а что похилишь, Тимур? Проблем. Так, во тьме будет Эрдру, Диванель и Шаман. Я похилю свет с Лифином. Лифин из тьмы выйдешь на третью фазу. Так, свет будет кончить счастливую, а тьму бегает. Сейчас я релогнусь, что-то Лифин, подожди. Есть рыба там или стол какой-то? Ну и как обычно, первая и вторая пати выйдут в свет. Третья и четвертая останутся во тьме. Ахиллам сказал, подиспелло Лифин, подиспелишь свет. Во тьме подиспелли там, вы договоритесь между собой. Все, чекну. У меня когда еще усиление 2 минуты? Ну, ничего страшного, ханты напулят. Руку. Выпускай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Коробит просто от такой хуйни. Небеса в огне. Небеса в огне, в мире сумерек. Вы найдете лишь... Заходи, что ты стоишь, смотришь? Если посмеете. Заходите. Можешь с этой стороны встать, чтобы выровнять его, централизовать этого фиолетового дурака. Какой с другой, да, стороны? Ну, чтобы выровнять его по центру комнаты. Да? Thank you.
пришел. Герой во тьме. Давайте. Мой господин, этот мир сгинет в огне. Какая чешка обоссанная упадет? Сколько можно? Че за жмыхака? Это лучат, что ли? Это Димас. Тапки ровно. Писал. Это самое наруче. Кто там свистит, плюс? Да, отдал Тофи, там ему попросили после кендрова уже передал. Угрозилось. Не позахвану. Да нет, наверное, какой ЦВК. Теоретически можно бы у него пойти, но это надо прям, блять, резкий рейд на полтора часа, чтобы сильно герой не задержать. А вы покажете, любите. Про чё он говорит, я не понимаю. Не считать можно, нет? Секунду, секунду, прям. Ну, я тоже не вижу, что он здесь на роге двойной. Без твина там стоит в ладонь. Обкурился, наверное.